Какое ваше отношение к смертной казни? Строго положительное. Нужна ли она сейчас или это слишком радикальный метод? Ну, с моей точки зрения, террористов, совершивших террористический акт, повлекший за собой человеческие жертвы, следует физически ликвидировать безо всяких размышлений и рассуждений. Следствие, суд, расстрел. Нужен сейчас этот радикальный метод? Безусловно, нужен. И он еще должен сопровождаться целым комплексом мер. Например, в отношении родственников террориста, который убил чьих-то родных и близких. Если родственники знали о подготовке террористического акта, если родственники знали, чем занимается их вот этот красавец, и не сообщили об этом в органы внутренних дел, то их должно ждать суровое наказание. Ну, например, лет 15 в лагерях. Это быстро поможет всем террористам и их родственникам прийти в чувство. Иначе он будет как с Нурбагандовым, который «Работайте, братья», что родители подонка, который застрелил его, до сих пор живут рядом, ходят, глумятся, как это вообще выглядит. Должно ли так быть? Мне кажется, нет.